У будь-якому випадку це емоційний тиск на громадян, тому що є небезпека, відповідно, справжня вона чи тривога не справжня, немає ніякого замінування. Це байдуже для тих людей, які потерпають від незручностей, спричинених відповідними повідомленнями. Також це певного роду маніпуляція, тому що залякані люди або занепокоєні люди, чи люди, які вже мають якісь негативні емоції щодо цього всього, бо набридає, коли кожного дня одне й те саме, це відповідна хвиля негативу, яка спрямовується і на певні органи, хоча невідомо чому, але спрямовується і один на одного, і на ситуацію в країні. Тобто дані виклики, дані повідомлення є нічим іншим, як маніпуляцією суспільною свідомістю, прихованою, але тим не менше доволі дієвою в плані залякування і в плані дестабілізації. Этими действиями они вызывают недовольство теми мероприятиями, которые власть вынуждена проводить по эвакуации населения. То есть мы дергаем больных. 18 числа 4500 больных было эвакуировано из всех больниц города. Сегодня это детские сады, то есть отвлекаем родителей, вызываем их, забирайте детей. Все это вызывает недовольство влады и в конечном итоге ведет к каким-то негативным действиям, ну в общем можно сказать. Поэтому рассчитывать на то, что все 20 больниц, как было сообщено, или все школы и все детские сады заминированы, ну это практически информация нереальная, потому что вряд ли контрразведка пропустила бы такую масштабную подготовку к операции, то есть это практически невозможно. То, что увеличивается время на проведение мероприятий из-за большого объема работ и малого количества специализированных подразделений, которые непосредственно участвуют в обследовании объектов. То есть две группы, в том году 20, вчера было 20 объектов по больницам, потом добавлялось, было 3 повідомлення про замінірування різних об'єктів, вплоть до лагерей дітських. Ну, все это вызывает недовольство. В этом на сегодняшний день уже милиция увеличила количество, скажем так, групп, которые участвуют в выполнении этих мероприятий, привлекло дополнительные силы. И на сегодня, думаю, справятся с ситуацией по обследованию наших детских садов и школ значительно быстрее. На каждый объект, на который проводится эвакуация, приезжают патрульные полицейские, полицейские отделы полиции, они помогают, организовывают процесс эвакуации. Это самое главное.